Состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия». Ее члены и сторонники подвели итоги работы за уходящий год. Он оказался плодотворным. Люберецкое отделение партии вошло в тройку лучших в Подмосковье. Акцент в работе – на реализацию партийных проектов. В округе успешно работают 14 региональных программ. Среди них – городская среда, народный контроль, безопасные дороги и новая школа. Местное отделение нашей партии была отмечена Московским областным региональным отделением партии. Показателями качества проводимой работы по реализации партийных проектов являются не только грамоты и благодарственные письма от руководства МОРО, но и наглядные результаты. Так, в рамках проекта «Городская среда» в этом году благоустроили 68 дворов. Результат программы «Безопасные дороги» – две площадки для обучения детей правилам дорожного движения. Они появились на базе гимназии номер 16. Проект «Новая школа» делает обучение люберецких учеников высокотехнологичнее. Благодаря ему педагоги повышают квалификацию, не покидая границ округа. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.